Владимир Сапрыкин наболело, читает автор. От горя перекошен рот, в России мир, но мрет народ от бесплатной медицины, той, что лечит не причины, а лишь причин последствия. Это, братцы, бедствие, дохнут люди, словно мухи. Без войны и без разрухи новый курс у нашей власти насылать на нас напасти в виде благотворных мифов и драконовских тарифов. Помогают иноземцам, оживем древней туземцев на продаже все богатство русского больного царства. Трещит мошна от барыша, а вот народу не шиша. Хотя и лозунг есть у царства: газ – народное богатство, кроме газа – нефть, алмазы и другие прибамбасы. Продают, барыш не делят, сладко врут, но жестко стелют. Денег тьма, хоть попой кушай, хочешь жить – поменьше слушай балаболок высшей власти, все они в единой масти. Собери в кулак всю волю и потребуй свою долю.